Ну, комментировать вы понимаете, пускай это банальные слова, но действительно нечего. Какие-то традиции мы рушим, какие-то остаются. Не знаю, что в этом прекрасном городе с нашей командой происходит. Может, солнце влияет в том плане, что тепло, хорошо, встречают здорово, гостеприимно, вне поля. А на поле делают с нами все, что хотят. Какие-то нюансы там или там по игре. Ну, могу только одно сказать, что защитники должны играть, да вообще вся команда играть эпизод до конца. Когда идет удар по воротам, то защитники должны разворачиваться и страховать. Они смотрели, а Кубань, которая играла в четверг, на полных парах влетала в штрафную. Молодцы, но там есть у вас тренер, он скажет вашей команде, а я своей команде сегодня ничего не буду говорить. Надеюсь, что это удар. Почему? Потому что не первый раз мы уже проигрываем. Если это войдет в привычку, это будет плохо. Если действительно не поймем, что это удар, что это позор, что есть какое-то самолюбие, тогда это будет действительно удар, и сделаем выводы, но выводы будут жесткие. Постоянно это говорю, еще раз повторюсь, что требуем мы на тренировках и на установке и так далее, то есть каждодневно, что надо бить. Если будем бить, может быть, забьем. Если не будем бить, точно не забьем. Но, вы знаете, есть у нас в раздевалке на базе какие-то каноны. И там большими буквами написано «надо бить». Ну, не знаю, может, еще какой-то транспарант повесим. Другой я не вижу, в чем там, почему не бьют.